помещики и капиталисты говорят, рабочие и крестьяне не смогут прожить без нас. Без нас некому будет установить порядка, распределить работу, вернуть к труду. Без нас все развалится и государство распадется. Нас прогнали, но разруха снова вернет нас в власть. Такие есть политики и капиталисты, не смутят, не запугают, не обманут рабочие сетя. В армии необходимо самое строгое и однако назначенные рабочие сетей умели взять себе на службу старой части офицеров, умели создать победоносный армию. Красная армия создала действительно твердую дисциплину, не хватал, а на основе задательности, преданности, самоотвержения они рабочих сидят. Вот, чтобы навсегда спасти трудящихся от мёта помещиков и капиталистов, от восстановления их власти надо создать великую красную армию труда. Она будет непобедима, если в ней будет трудовая дисциплина. Рабочие и крестьяне должны доказать, и они докажут, что правильное распределение труда, капиталистную дисциплину и преданность будет на общую пользу, они сумеют наладить сами, без помещиков и против помещиков. Без капиталистов против капиталистов. Удавая дисциплина, естественная энергия, готовность к самопожертвованию, честный союз крестьян с рабочими, вот что спасет трудящихся навсегда.
stories that wouldn't heard, I wanted to write a poem of the gifts. You hear the moon from wall to fall, left us in the age of the steps, hate through rejection, hit rejection to single-parent homes. I wanted to write a poem of the gifts. During the first half of this century, mental hospitals tried to use medical treatments for people with severe mental disorders. However, the medical procedures used were crude, largely ineffective, and often unintentionally cruel. Some of the leading approaches are shown in this segment. Thank you.
I'm from the feet. I think it's taking no ropes. That's open for you.